прославися, Син Человечесний, и Бог прославися в нем, а ще Бог прославися в нем, и Бог прославит Его в себе, и Аби прославит Его, Чаца, и ще с вами мало есть, взыщите меня, и я уже рекаю где, я его вам уже осыпу, вы не можете прийти, и вам благолю ныне, заповедь новую даю вам, и не познал ли си мене Филиппе, види вы мене, види отца, и как у ты глаголше, покажи нам отца, не веруешь ли, я пос в отце, и отец во мне есть. Глаголы, я же вас глаголю вам, о себе не глаголю, отец же во мне пребывает, то и творит дела, веруйте мне, я вас в отце и отец во мне. А ще слово мое соблюдоша, и ваше соблюду, но сия вся творят вам за имя мое, яко не видят пославшего мя. А ще не вы пришели глаголов мне, греха не души имели, ныне же извинений не иму, то гресе свое.
и повергся и веники в церкви отыде, и ше да удавися, архиеи же поемша за и веники аиша, и достойные сложите в карвану, понежится на крови есть, совеша сотворше, купиша имя село скудельниче, в погребение странны. Тем же наищеся село, то село крови до сего дне, тогда сбыться ищенное я ими пророком глаголющим, и бояша доисить соебойник цену цененного, его же цениша от сынов Израилев, и даша я на село скудельниче, яко же сказал мне Господь, Иисуша ставай на демоном, Отче, отпусти, не ведет бы, что
разделяющего жеризы Его, метаху жребия, и стояху люди зрящие, ругахуся же и князи с ними глаголющие, иные спаси, да спасет себе, аще то есть Христос Божий избранный. Ругахуся же ему и войне приступающий, и отцы придеющий ему, и глаголоху, аще ты си царь иудейский, спасися сам, бежи, и написание написано над ним, письменные еленскими, иринскими и еврейскими, все есть царь иудейский. Во время оно, стояху при кресте Иисуса, обе мать Его, и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина, Иисус же, видев матери ученика стоящая, Его же любляше, глагола матери своей, «Жено, се сын твой», потом же глагола ученику, «Се мати твоя», и от того часа поят ее ученик во свояси. По сем виды Иисус, яко вся уже совершишеся, да сбудется писание глагола жажду. Сосуд же стоящий полн отста, а ниже исполнившим уводство и на трость водше, придеша к устам его, егда же прият отцет Иисус рече, совершишеся, и преклонь главу предодету, иудеи же пониже пяток беда не останут на кресте телеса в субботу,